Эдгар Колян, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, по кудо снова поборется за мировое золото. Право представлять нашу страну в 2017 году на Кубке мира по кудо, который пройдет в Индии, титулованный спортсмен заработал, одержав победу на всероссийском отборочном турнире. Его соперниками были победители чемпионата и Кубка страны. Выступают только сильнейшие представители кудо по всей России, то есть... Ну, ребята были молодые, амбициозные, но в любом случае, в этом случае победил опыт и желание Эдгара попасть очередной раз на Кубок мира. И Эдгар достойно выступил, показал всем еще раз, что он является лучшим представителем этого вида спорта. К отбору Эдгар готовился 3 недели вместо обычных 2. Этого времени оказалось достаточно. На самом деле формы чемпион не теряет никогда, регулярно тренируясь и тренируя юных спортсменов. Но отбор, признается Эдгар, действительно был непростым. Потому что и молодежь растет, наступает на пяточки, да, и форма у них хорошая, достойны все противники. Вот, и на самом деле сложность заключала в том, что смогу ли я повторить этот результат. Победа досталась ивановцу непросто. Уже в первом бою Эдгар повредил ногу. Биться продолжил, но травма о себе напоминала все время. Тем ценнее выигрыш. Эдгар под первым номером вошел в сборную России и теперь будет готовиться достойно встретить на татами сильнейших спортсменов мира. Для нас конкуренты, получается, представители из Японии. То есть финалист с прошлого чемпионата мира, который... Ой, как-то ему повезло, то, что он занял первое место из-за того, то, что я не вышел в финал. Вот. То есть он на чемпионат мира дошел до финала, значит, он достойный, я считаю. Вот, я думаю, там мы с ним еще встретимся. Встреча обещает быть захватывающей. Соперники знают технику друг друга. Решающее значение будут иметь мастерство и, конечно же, физическая форма. Здесь в Эдгаре сомневаться не приходится. Он сейчас вышел на пике, и я думаю, он эту форму будет держать до февраля месяца. Поэтому я думаю, по поводу того, что в форме он и нет, этого вопроса не будет. Потому что человек понимает, что на самом деле многие рассчитывают на его победу в этом турнире. На подготовку осталось 1,5 месяца. Добудет ли ивановский чемпион 3-е золото на мировом первенстве, станет известно уже в феврале 2017 года. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.